Саймон Сильвер стал невероятно популярен в конце 60-х, и в следующие 10 лет его слава постоянно росла. В 1975-м он внезапно объявил о своем уходе. Можете ли вы верить глазам? Можете ли вы верить мне? Сильвер — серьезный вызов. Сильвера уже исследовали. 30 лет назад. Надо исследовать его сейчас. Он мне не интересен. Забудьте. Он интересен мне. Он очень опасен, Том. Держись от него подальше. Меня весьма интересует фигура доктора Бакли. Я слежу за его успехами очень внимательно. Выясним, что с ней. Я найду вас. Нет! Нет! Мы пришли, чтобы увидеть это! «Красные огни». Смотрите 29 марта на «Настоящем страшном».